правительстве Югры новые кадровые назначения. Директором регионального департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса с 20 июня назначен Григорий Невоструев. Прежде он занимал должность заместителя главы города Сургута, курировал работу департаментов городского хозяйства, имущественных и земельных отношений. Руководить департаментом пространственного развития и архитектуры Югры будет Виктория Семенова. До назначения она работала директором научно-исследовательского проектного центра экспериментального дизайна «Практика» Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Названные ведомства созданы за счет реструктуризации существующих исполнительных органов государственной власти, что не влечет за собой увеличение численности государственных гражданских служащих.